Здравствуйте, дорогие гости канала, также постоянные зрители, те, кто ждет моих роликов. И сегодня необычный ролик. Я занимаюсь в центре ЛАД, как уже говорила в предыдущем ролике, с куклами, мотанками. И там у меня дочь плела вот такие браслетики. Я вначале не обращала внимания, но думаю, плетет и плетет. Изначально, получается, она плела вот на таких, нам выдавали. Потом я сделала пластиковую, было не очень удобно. Следом я сделала вот такую пластиковую, здесь цифры. Выжигателем я выжгла, чтобы было видно. И вот эти зазубринки сделала чуть подальше, чтобы нитки очень хорошо вставлялись. Но это был хороший результат. В общем-то, хорошо, интересно было, удобно плести. Но мне захотелось попытаться сделать то, как... Вот продают, которые с Алиэкспресс, что ли, заказывают. Я посмотрела, как выглядят они, и следующим было изготовлено. Ну, это у нас просто ортопедическую обувь нам дают, и тутора делают. И вот нам дали вот такой кусочек, такой небольшой прямоугольник. И он как раз вот такой вспененный, я не знаю, как это, что это за материал. Я попробовала, и это очень интересный, удобный материал для плетения, для создания вот таких браслетов. Здесь нитка очень хорошо входит и выходит, зафиксирует работу четко, и вот такой браслетик получается. Почему я его плету, видно уже, что он больше, чем на руку. Я хочу доплести все вот эти ниточки, и потом уже, если получится два браслета, то сделаю два браслета. Следующий немного не такой, но тоже интересный, вот такой удобный, интересный. Все, я что-то не то говорю. Удобный для работы. И видите, здесь, если он весь заполнен круг нитями, почти весь, то здесь присутствует в работе всего 8 ниток. И получается вот такой браслетик. Давайте сравним. Так вот они смотрятся. Так как... Вот я старалась не заниматься этим, не брать на себя ответственность, как тут перекладывать. Для меня почему-то, вот я смотрела, дочь занималась, вот она что-то путала, там у нее не получится, тут не получится. Бывало такое, что ей помогать нужно было, я не понимала, что и как, вот когда она немного ошибется. Ну вот в этом году решила взять бразды правления в свои руки. Ну и, конечно же, вот и в результате чего появились у меня вот эти станочки. Следом я еще сделала вот такой, но это плотный пластик, толстый, вот не сгибается этот пластик такой. И точно так же, как белый, я сделала несколько их. Уже закруглила вот эти края. У нас в центре ЛАД просто увидела я деревянный, и когда Насте дали деревянный, то ей царапало вот эти края, были такие, что, ну, не очень удобно, некомфортно лежало оно в руке, когда оно, вот эти края, как бы уголочками были. Вот это вот мягкое, что вот здесь, допустим, не ощущается, а когда это дерево, оно все равно грубоватое. И я решила сделать их вот так, закруглить, и вот такой станочек у нас получился. Ну, конечно, мы еще не все опробовали,
Так как много чем занимаюсь. Следующее я увидела плетение с добавлением бисера. Не закончен еще, не доделан до готовности, не доведен этот браслетик. По краям нужно заделать их, и чтобы одевалась. Вот видно, с бисером они уже более такие изящные становятся и очень красиво смотрятся на руке. У Насти там еще более красивый, там больше бисера и очень интересно, красиво смотрится. Следом я увидела, что плетут также плоские пояса для, ой, пояса, браслеты. И я попробовала сделать вот такой станочек. Станочки они называются. Так, перевернула здесь цифры, здесь буквы, а здесь получается по горизонтали цифры. И вот здесь вот плетется на таком станке, и выход идет уже вот такой плоский шнур. Единственное, что здесь нужно следить, если не совсем правильно продолжить плести, то вот видите, такие недочеты, как изменение цветовой вот этой вот гаммы, и оно уходит немного не так, поэтому нужно правильно тоже начинать плести и заканчивать. Ну вот все, что я хотела вам показать. Еще у меня вот такие вот квадратные, но они ждут еще своего часа, пока я их не закончила. И вот этот вот мягкий, как вот те, в них как в масло входит нить, очень удобно. Не передать прямо вот даже на уровне ощущения, это не на уровне вот там, что вот смотришь на них, они не очень красивые, конечно, когда купишь, они там поинтереснее смотрятся, а вот на тактильном ощущении очень хорошо работать вот именно с данной. Можно, конечно, и с картоном, но вот именно по ощущениям вот с этими работать очень удобно. И вот видите, вот из пластика, если вот это вот такая мягонькая, то пластик, ну, немного-немного есть, что он сгибается, ну, а в целом это плотное. И вот мне еще из этих нужно будет сделать станочки для плетения плоских браслетов. Ну, в принципе, и поясочки, если дольше плести, то будут это и поясочки. Ну, а я с вами заканчиваю. Желаю вам симпатичных браслетиков, оригинальных, так как их огромнейшее количество. У нас даже продают браслеты, но не такие. Я спрашивала, называются они дерганцы. Ну, именно уже вот как вот в русском стиле. Если это идет японская техника, то дерганцы это в русском стиле получается. Вот так выглядят мои работы. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем творческих работ, успехов. Развивайтесь. До новой встречи!